да как, по-моему, тоже что-то может. Но когда вот я проходила, он уже сам поворачивался. Тебя тут штрафанули там, хорошо, не помню, что, не знаю, за что. Потому что он поворачивался. Когда я вокруг него обходила, он стал чуть поворачиваться и лапку переставил. Я не знаю, я просто, если честно, я не свою собаку. На самом деле, я давно вот это не отрабатывала, когда я у него за спиной, там вот это. Потому что я когда-то с ним вообще круги ходила вокруг, там, на большом расстоянии. И квадрат мы давно не делали. И он улетел, да, за квадрат? Он, да, он пробежал мимо, я говорю, лежать, он еще пробежал и лег на леточку. А мы вообще зашли через этот бок. Не, ну это я смотрела, что что-то мы вообще нашли. Первый раз так подошел. Знаешь, главное, что он потом... Третий раз был, пошел. Он причем пошел мимо квадрата тоже и нюхать там куда-то, как будто как гулять. Mm-hmm. У него это... Я думаю, что-то уйдет. Это все от того, что сейчас тут сигарный выходит. Еще у нас все это вылечит. Он сейчас все запахи просто воспринимает четко. Знаешь, как тяжело его включать? Выходил, у него трясло, утечка на них присутствует. Ну что, я когда вышла, у него вот губа трясет, я его как вам тут так и вытаскиваю. Что-то я даже обиделась, слушай, так это увидит. Так, а вы говорили, там в конце что-то будет тоже. Будет, да. Про это же говорили, нет? Ну, надо вот у них сейчас уточнить все это, сейчас я буду его уточнять. Сейчас мы закончим, потому что главное, что... На рынке, если не поговорить. Вик, ты заменишь мне на время?
Я сказала, не пойду, собираемся на выдержку.